Здравствуйте, дорогие друзья и зрители моего канала! Сегодня я бы хотела вам показать, как легко снять пожелтевший лист орхидеи. Для того, чтобы снять пожелтевший лист орхидеи, необходимо немножечко разорвать центральную жилку в его центральной части, приблизительно. Вот так вот. Хоп! Видите? Все отлично, легко получается. Также многие делают это, начиная с края листа. Когда вы делаете это на кончике листа, то есть риск вероятности того, что немножечко лист может начать рваться неравномерно. В принципе, всегда это можно поправить, но, как показывает практика, больше всего удобнее и больше всего результативнее. Вот, вы начинаете постепенно его тянуть в разные стороны, разрывать, тянуть в разные стороны, не спеша. Также мой совет — это немножечко подождать. Если у вас лист желтеет, то немножечко дождаться приблизительно вот такого состояния, когда его будет легче снять. Чем желтее лист орхидеи, тем его легче снять. Вот так вот. Здесь нужно максимально аккуратненько, потому что я видела, что растут новые корешки. Так, продолжаем тянуть. Тянем. Аккуратненько. Так, вот эта часть уже у нас первее отходит. Оп. Так. Вот. И еще немножечко осталось у основания шейки. Сейчас мы его уберем. Убираете пожелтевший лист, старайтесь убрать полностью целый лист, потому что, чтобы это не стало очагом развития инфекции. Так вот. Так, продолжаем тянуть. Вот я вижу, уже лезет новый корешок. Что касается этого пожелтевшего листа, то я могу сказать, что это явно естественный процесс. Вот, пожалуйста, последняя часть одной половины корешка. Вот, дорогие друзья, вы можете убедиться в том, что когда мы сняли этот пожелтевший листик, таким образом мы освободили новые корешочки, которые будут таким образом легче расти, получать солнечный свет и быстрее развиваться. Так, и теперь нам осталось, дорогие друзья, снять вам с вами вторую часть. Такими движениями, немного как будто пошатывая лист. Получается так намного легче. Постепенно, постепенно. Аккуратненько. Вот, мы уже с вами почти закончили. Потихонечку. Оп, отлично. Вот, пожалуйста. Вот, дорогие друзья, вы можете убедиться, что лист снят полностью. Отлично, и никакая его часть не осталась у орхидейки. Соответственно, процессы загнивания никакие не будут происходить. И вот нам осталось снять последний маленький кусочек, там, где растут новые корешочки. Также вам в этом могут помочь, если у вас нету ногтей, специальные швейные пинцеты. Вот он, легко тянется за кончику. Этот кусочек не самый маленький. Вот, оп! И все. А теперь, дорогие друзья, мы с вами можем убедиться, что все части пожелтевшего листья сняты успешно.